Всем привет! Кто помнит, на моем канале рубрика «Замеров 0-100» началась именно с такого же автомобиля, с М340, стоковой, стандартной. Тогда это для меня было в новинку делать замеры, поэтому, конечно, первый ролик, он такой, первый блин комом. И замерять мне приходилось машину тоже далеко не в идеальных условиях, потому что это было межсезонье, по-моему, зимняя резина, далеко не сухой асфальт, а значит, те цифры, которые получались, они, ну, как минимум, далеки от идеала, и их можно было бы улучшить. Более того, недавно я замерял 440-ю, которая показала куда более интересные цифры, нежели заявленные по паспорту. У нее заявлены 4,5 секунды, а поехала она там что-то типа, я честно даже не помню, по-моему, 4,2 что ли. Ну, в общем, поехала очень хорошо. А значит, имеет смысл перепроверить, на что способна все-таки 340-я. У нас летняя резина, 19-е колеса, не рамфлет. Наружная температура 27,5 градусов. Да, не самое, наверное, идеальное условие, но, опять же, что имеем? Сухой асфальт, половина топливного бака сотого Лукойла. Ну и, опять же, надежда получить что-то интересное и что-то красивое. Первый замер будет в обычном режиме, комфорт, без применения автохолда, просто отпуская тормоз и нажимаю на газ. И первой попытки 5.17. Я считаю, что это неплохо, хоть и заявлено 4.4, максимальная динамика паспортная, но 5.17 для первого заезда – это реально хорошая цифра. Пробуем еще. Я искренне считаю, что М340 – одно из лучших предложений в своем классе, в том числе и по цене. Давайте проверим, сколько стоит сейчас такой же автомобиль. Для этого в приложении Автору находим марку, модель BMW, указываем третья серия и выбираем интересующее нас поколение G20. Если вас интересуют только новые предложения, то обязательно ставим вкладку «Новые». Ну и далее самый простой вариант – это выбрать двигатель. Находим 3 литра, бензин, 387 лошадиных сил. Нажимаем «Показать 4 предложения». Как мы видим, разброс цены довольно небольшой – от 5 миллионов до 5600. Здесь же ниже можно увидеть, какие альтернативы предлагает Автору взамен нашей модели М340, ну, конечно же, куда уж без Camry 3.5. Ссылку на раздел с М340 я оставлю в описании к этому видео. К сожалению, тот участок, на котором я обычно делаю замеры, сейчас недоступен, поэтому попробуем на альтернативном. Включаем автохолд, газ, пол и посмотрим, что выйдет. 2.58 и 0.100 за 5.04. Обязательно проверяем, чтобы в правом верхнем углу была надпись «Вылет». Это означает, что не было каких-то больших перепадов высот и замер у нас корректен. Это самое важное. Неплохо для второй попытки. Сейчас опробуем спортивный режим движения. Переключаемся в режим движения Sport Standard. Есть еще Sport Plus, и он, как правило, дает заметную разницу, но пока Sport Standard. Ну и чуточку лучше, 4.99, ну хотя бы увидели цифру 4, надпись «Вылет» на месте. Неплохо, однако сейчас, когда я включу Sport Plus, я лично ожидаю, что 1-2 десятые все-таки в динамике должна машина скинуть. Включаем Sport Plus. И еще раз, вот теперь Sport Plus. 2.55. Смотрите-ка, угадал. 4.81. 4.8 при заявленных паспортных 4.4 мы имеем просто включением режима движения Sport Plus. Это мы еще коробку в спорт не ставили. А спортивная коробка как опция здесь установлена, о чем в том числе свидетельствуют лепестки. Из моего опыта, опыта замеров, чаще всего можно сделать выводы, что спорт-коробка реально дает эффект, дает разницу, она чуть быстрее, чуть жестче переключается, и благодаря этому удается выкроить еще какие-то доли секунды, и на круг получаются хорошие цифры. Переводим селектор коробки передач в спортивный режим. 2.51. И 4.77. Да, разница не такая очевидная, как лично я ожидал. Может быть, конкретно эта попытка такой получилась. Но факт в том, что спорткоробка действительно помогает улучшить динамику, помогает, в принципе, поменять характер ускорения, и это благотворно сказывается на общих результатах. Ну и, конечно, перед тем, как мы приступим к замерам в режиме Launch, надо ради галочки испытать
полностью выключенную систему стабилизации. Учитывая сухое покрытие и летнюю резину довольно хорошую Michelin Pilot Sport, рассчитывать, что это что-то нам даст? Нет, бессмысленно, но попробовать стоит. 2.57. Ну и результат 4.83 вполне ожидаемо на самом деле. И в целом уже сейчас можно сделать выводы, что покупая себе М340-ую, в очередной раз убеждаюсь, обалденный автомобиль, я бы себе точно купил, либо ее, либо 440-ую. Так вот, покупая себе 340-ую, ты обеспечиваешь себя во всех режимах, в любых режимах, как минимум динамика в районе 4,8. При более прохладной наружной температуре, возможно, и ниже. И это довольно честно. Мне лично приятно, когда автомобиль, который я замеряю, в обычных режимах показывает близкие к заявленным цифрам. И причем такие, ну, действительно хорошие цифры. Это не 10 секунд, не 8 секунд, там, не 5 секунд. Ну, 5 еще, да, куда ни шло. Это 4,8. 4.8, на мой взгляд, очень и очень красиво выглядит и уж тем более ощущается. Сейчас же настал момент истины. Сможет ли 340-я показать такие же цифры, как в свое время показала 440-я? А может быть, даже и переплюнуть ее? Мне лично очень этого хотелось бы. Для этого сейчас я отключаю автохолд, включаю систему стабилизации, тяга, проверяем коробка спорт, режим движения спорт плюс, зажимаем тормоз, зажимаем газ. Ждем секунду примерно и стартуем. Лонч сработал. Старт где-то с 2600. 2.04. И посмотрите на эту красоту. 4.11 в первой попытке. Вполне ожидаемо, да, соглашусь. Но все же приятно. 4.11 при паспортных 4.4 мы получили в режиме лонч. Лонч у нас сработал как надо. Флажок появился. И это круто. Это на половине топливного бака. Пробуем еще. Вторая попытка. Я думаю, что мы ничего не меняем, но стартовать попробуем на моменте, когда у нас стрелка приблизится к вот этим 2500 оборотов, с которых машина стартовала. .210, 4.22. Ну, как минимум, можно отметить для себя, что для бензинового автомобиля, вот конкретно для нашей 340-й, старт на моменте подъема оборотов неэффективен. Свою эффективность он не доказал, а значит, пробуем все-таки с ожиданием, когда стрелка у нас встает уже в рабочий диапазон, и можно разве что немножко пошаманить, поиграться с системой стабилизации, к примеру, выключить ее полностью, выключить, да, пресловутый кондиционер, это тоже нам знакомо, и уже посмотрим, что по итогу у нас выйдет. Итак, я предлагаю пока что не выключать стабилизацию. Сделать все то же самое, выключить разве что кондей, хотя вы нередко говорите, что да, нет смысла в отключении кондиционера. Ну, кто вроде как разбирается, говорит, что нет смысла в отключении кондиционера, потому что эти технологии Efficient Dynamics, которые есть в BMW, действительно это так, они, как правило, учитывают, что вот в момент разгона, в момент ускорения интенсивного автомобилю нужно максимальное КПД двигателя, и для этого отключаются всевозможные системы, ну, типа, к примеру, генератора. И вполне вероятно, что отключается и как-то кондиционер. Но доверяй, но проверяй. Поэтому кондей мы выключили, тормоз пол, газ пол и стартуем. .209 и, увы, 4.21. В этой попытке тоже не удалось переплюнуть те первые цифры, несмотря на выключенный кондиционер, поэтому я думаю, что его можно включать обратно. Я уже сделал одну попытку с выключенной стабилизацией и... Нет, даже смысла нет ее включать в эту серию замеров, поэтому вам ее не покажу. Однако, хочу напоследок все-таки сделать замер именно в традиционном режиме лонч. Поэтому включаем тягу, коробку проверяем в спорт, отключаем кондей, тормоз пол, газ пол. Поехали. 2.06. Ну и теперь можно делать выводы. 4.2. Поехал этот автомобиль уже... которую попытку подряд 4.2. Один раз мы увидели цифры 4.11. И стоит напомнить, что 440-я, которую я замерял, которая была в относительно пустой комплектации, там клиент так пожелал, там даже камеры не было, то есть легкая машина, она поехала 4.09. Правда, при наружной температуре в районе 16,5 градусов, а сейчас у нас 27, на 10, на 11 градусов больше. Я думаю, что как
оправдание тому, что мы не смогли побить цифры 440, температуру стоит учесть. Если бы мы сделали замеры при 15-16 наружных градусах, скорее всего, мы бы и цифры увидели даже интереснее. Что-то типа 4.05, я вполне предполагаю, можно было бы здесь увидеть, если не 4 секунды ровно. Как бы там ни было, даже 4.2 – это очень достойный результат, который говорит нам о том, что автомобиль изначально имеет весьма большой потенциал. Это в том числе касается и двигателя B58, то, что этот движок способен на многое. Об этом свидетельствуют его модификации в моделях M3, M4, X3, X4M. То есть, действительно, 510 сил, вообще спокойно. А есть уже тюненные варианты, в которых там... вообще не знаю сколько, чуть ли не 800, что ли, 600, 700. Короче, есть такие тюненные варианты, которые едут невероятно хорошо и при этом держат эту мощность, а значит, ресурс у движка отменный. В целом, вот лично для меня, мне бы хватило и того, что здесь есть. Самое важное то, что машина спокойно едет близкие к паспорту цифры в обычных режимах и спокойно выезжает из паспорта в боевых режимах, предусмотренных заводом, а при определенных погодных условиях даже способны показать, ну, фактически 4 секунды до сотни. Это круто. Я реально считаю, что это круто. Надеюсь, что и вы также считаете. Если вам понравился замер нашего сегодняшнего автомобиля, очень рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка, подписки, комментария. Спасибо всем за просмотр. И пока.